Приветище! Это Питер Паркеревич, наш великий паучок, который спасает мир от заразы Осборна. Ну, то есть дыхания смерти. И, по всей видимости, это будет заключительная серия, потому что уже полгорода заражено, Юрий заражена, тетушка Мэй тоже и очень сильно. Поэтому мы направляемся в лабораторию Отто, чтобы там начудить что-нибудь интересное, что поможет нам его остановить, ну и забрать вакцину. Но прежде чем мы туда отправимся, я хочу тебе показать кое-что. Все это просили в комментариях. Купи этот адский костюм паучка. И вот я его купил. Набрал все эти жетоны, очень долго морочился с ними. И теперь паучья душа наша. Ух, мои мышцы словно преисполнились в этом костюме. И огненная башка. Я словно действительно выбрался из ада. Пойдем проверим нашу ульту. Вот на этих чувачках. Привет, чуваки. Слышь, смотрите умники, мою ульту. Я вас даже не видел, пока вы бузить не начали. Что с ними происходит? Ты понимаешь? Прощай. Я вижу только огонь едкий, который их поражает, и они ничего не могут делать. Мне это, знаешь, что напоминает? Когда Ли подчиняет кого-то. Я словно их подчиняю на время, но они потом становятся агрессивными. Я не промахиваюсь. Ну все, моя преисполненная гора мышц прибыла, и я готов зайти. Это ваша последняя возможность улучшить снаряжение и способности перед финальным эпизодом. Окей, я готов. Эй, минуточку. На мне был не этот костюм. А где же моя огненная башка? Когда я успел переодеться? Мы сделали невозможное, док. Но мне придется все уничтожить. Своим маленьким творением. Вот это круть! Я, ё-моё, пантера-паук какой-то! Сколько же я в этой лаборатории просидел, чтобы сделать этот костюм? Ждешь слезной мольбы? Можешь не ждать. Мир узнает правду раньше, чем отскребет тебя с тротуара. Скажи им, что ты сделал! Нет. Я не... Весь твой мир построен на лжи! Лжи! Ты украл мою компанию, мои идеи! Скажи правду. Правду. Ладно. Вот правда. Пока ты работал на меня, ты чего-то стоил. Вот правда. Ты не можешь признать, что я лучше тебя. Ты неудачник, Отто. И всегда им будешь. Дайте мне вакцину. Отто,
Вы всю жизнь посвятили помощи людям. Прошу. Ты не с тем вступил в бой. Финалочка поехала. Но будь по-твоему. Сейчас все решится. У нас мало времени! Прошу вас! Я отдам вакцину, когда Осборн заплатит за свои преступления! А еще я заметил, что у меня костюм с отовскими щупальцами чем-то похож. Опа. Да ё-моё. У меня, кстати, ульта еще какая-то супер крутая есть. Отдайте мне вакцину! Вы уже достаточно навредили Осборну! Нет! Он всегда выходит сухим из воды! Теперь он потеряет всё! Получил! Четырёхлапый! О, добивашка есть! О, я улетел с крыши. Добивашка есть? Есть добивашка. Сейчас я к нему подойду и попробую ее реализовать. Он меня схватил. Не-не-не-не, не дамся! Вижу, у тебя новый костюм! Он мне поможет! Я знаю ваши слабости! У меня нет уязвимостей! Короче, я же заюзал ульту. И эта ульта восстанавливает мне гаджеты все. Опс, отвлекся. Да что ты? Прыгай! Надо действовать. Ай-яй-яй-яй-яй, пол это лава. Пол это лава. Бежим, 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 бежим. Вот, я тут посижу. Ага, посижу. Конечно, посижу. Только надо не упасть. А ну-ка вниз. Люди гибнут! Им срочно нужна вакцина! Я исцелю город после того, как покончу с Осборном! Лови добивашечку. Я вообще не понимаю, как тут что-то все быстро происходит. Все мелькает. Опа. Дайте мне спасти город, и мы сделаем все, что хотите! Я уже знаю, чего хочу! Уйди с дороги! Пока я не занялся тобой взаправду! А типа сейчас мы с тобой играем, да? Получай! Сколько Осборн платит тебе за защиту? Я его не защищаю! Я хочу спасти город! Отдайте вакцину, и я обещаю, Осборн понесет наказание. Лжец! Ты совсем как Осборн! Все время врет! Довольно! Опять полез на свою крышу. Черт, 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 черт. Скорее сюда, скорее наверх. Лови, Кусман. Что ты? На, мои эжекторы. Он их сломал. Как я разочарован, Паркер. Вы знали? Я пытался тебя предупредить, Питер, но ты не слушал. Вы знали? Я не могу позволить тебе победить. Это слишком важно! Не больше, чем для меня! В
видите, сколько людей пострадало! Ты никогда не поймешь! Ты не страдал так, как я! Все, битва на кулаках! Ты должен быть на моей стороне! Я и был! Мажете, доктор Октавиус? А я, между прочим, без паутины. А, ну у него одной щупальца нету. Ладненько, тогда мы в равных условиях. Прошу, подумай о том, кем ты был. Его больше нет. Ты не можешь спасти меня, Питер. Тогда тебе самому придется спасти себя. Вы были кумиром! Я вами восхищался! Зачем вы меня вынуждаете? Мы собирались изменить мир! Выглядишь уставшим, Паркер. Я не устал. Мне просто больно. Отто! Хватит! Пойми, Паркер. Чтобы изменить мир, нужно быть человеком, готовым принимать самые тяжелые решения. С этим трудно не согласиться. Нет! Нет! Вакцина! Питер, ты был мне как сын. Я должен был знать, что и ты пойдешь против меня. Против? Против? Я вас боготворил. Ваш разум, ваши принципы, ваше желание помочь людям, то, что вы не сдавались. Потому что у таких, как мы, есть долг, ответственность. Мы должны использовать свои силы во благо. Даже если это не оценят. Мы должны делать как лучше для тех, кто слабее нас. Поймут они это или нет? Нет, вы не правы! Я мечтал стать таким, как вы! А вы все уничтожили! Да, конечно, ты прав, Питер. Теперь я понимаю. Нейроинтерфейс повлиял на мой мозг. Я все исправлю. Мы все исправим вместе. Если поможешь. Я сделаю все, что смогу. Нет. Вы получите лучшую помощь. Нет! Если меня посадят, отнимут руки. Я застрял в этом жалком теле. Прошу, Питер. Это был не я. Ты говорил, что не оставишь меня. Ты обещал. Помнишь? И, конечно, тебе будет легче,
Если я сохраню твой секрет. Каждый решает, что делать, док. Это все, что мы можем. Питер? Даже если чертовски больно. Питер, куда ты уходишь? Питер! Питер! Она сработает. Но нужен весь образец, чтобы сделать больше вакцины. Сколько это займет? Может, часы, а может, день. А можем ли мы вылечить кого-то сейчас? Тогда не хватит всем остальным. Я тебя оставлю. Вы поправитесь, мэм. У меня есть вакцина. Сними свою маску. Хочу увидеть племянника. Ты знала? Я давно знала. Не хотел тебя волновать. Не вышло. Но я тобой горжусь. И Бен бы гордился. Ты спас столько людей. Я не знаю, что делать. Нет, знаешь. Да! Три месяца спустя. Ну? Да. Мэри Джейн Уотсон, младший редактор. Поздравляю! Спасибо. Я знал, что ты справишься. А ты как? Работу нашел?
Нет, но... Я сейчас подойду. Спасибо. Честно говоря, я думал, может сменить профессию. Думаю, почему бы не стать поваром? Прости, нет, ты... Ты ученый? Хороший? Мой последний проект — чудовищный осьминог, который чуть не уничтожил город. И... Да. То есть, ты правда готовишь отличный карри? Да, а пельмени пока еще не очень. Идешь в поход? А, моя новая квартира освободится где-то через неделю, так что я на несколько дней зависну у Майлза. О. Знаешь, ты всегда можешь прийти ко мне. Если ты хочешь. Нет, в смысле, да, в смысле, нет, я не хочу, я очень хочу, но... Если ты хочешь. Я всегда этого хотела. Я тоже. Ну, наконец-то! Я всю игру это ждал. И поцелуй поставил точку. Это был невероятный Человек-паук. Безумно крутая игра, подарившая эмоции, которые лились просто через край, особенно в конце под финал. Если у тебя было так же, то поставь лайк этому ролику. Ну и также не забудь подписаться, чтобы не пропустить следующих крутых роликов. А на этом все. Человек-паук пройден. И мы увидимся с тобой в новом ролике. Так что до встречи. Но не переключайся. Это же Marvel. В конце может быть что-нибудь интересное. Я не то чтобы эксперт, но мне кажется, дело в том, как ты ее спросишь. Я слишком нервничаю. Ладно, куда это поставить? Давай поставим сюда. Ага. Слушай, Пит, да? Я как бы хотел обсудить с тобой то, о чем не могу сказать маме. Что такое? Ну, странные вещи творятся, ну, с моим телом. Ну, понимаешь, в твоем возрасте тело начинает меняться, и, может, ты заметил, что в некоторых местах... Не это. Думаю, это лучше просто покажу, смотри. Не стой. Необычно, да? Не так уж и необычно. Были так близко. Но я не отступлю. Я найду лекарство. Найду. Люблю тебя, сын.